здравствуйте, подписчики, это канал «Все обо всем». Вот такой офигенный бур получился. Вот это диск по бетону. Как ровненько получилось. Это вот одна ручка съемная, можно поменять на другую ручку. Вот такую ручку я специально сделал, чтобы это... Можно ближе к этому. И она, вот видите, вот эти втулки такие. Вот так можно вращать. Нежелательная масса. Вот планирую где-то 120 сантиметров. Вот, снимай яму. Бывает, она застревает, там камни попадают. Мама говорит, оранжевую веревку где-то возле спальни. Когда глубже пробурил уже, вот этот путь хорошо идет. Чисто глина. Ну и на закрытие. Там, там это материал лежит здесь, профлисты, профтрубы для того, чтобы гараж построить. Эти жидкие сваи здесь бетон буду заливать, армировать буду, чтобы вот она его ветром не брила. Хотя мог бы за этот дом домик зацепить, но я не доверяю, потому что деревянный может не удержать от сильной нагрузки. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки. Всем пока.